Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill, самую первую часть. Вторая серия. Первый мы потеряли ребенка, попав в аварию. Но встретили девушку-полицейскую по имени Сибил, которая подсказала нам, что в городе совершенно непонятно, что происходит, то есть никого нет. Дала нам свой пистолет, то есть такая добрая самаритянка. Сейчас мы ищем нашу дочь в том месте, где нам приснился кошмар, или что это было. В общем, мы туда вернулись и обнаружили там рисунок нашей дочери. На рисунке было написано «в школу». Поэтому нам сейчас нужно пилить аж на другой конец города, в школу. Под самый конец предыдущей серии я пошел в совершенно каком-то случайном направлении, нашел там ключ льва. Но в итоге меня убили. Это плохо. Это у нас где-то вон там, ближе к востоку, к мосту. Сейчас мы вернемся туда же. Постараемся не встревать в бой с этими неприятными тварями. Потому что убивают здесь с пары-тройки ударов. А управление, не сказать, чтобы очень удобно. Собачка свалила. Собаки вообще жуткие какие-то. Ненормально жуткие. И она, кстати, по-моему, за мной гонится. Ой, валим. Валим, короче, все. Вроде рация затихает. И стало поспокойнее. О, кто-то летит уже. Да что ж... А, скотина! Блин, там еще звуки какие-то. Ну и что, вас тут двое будет? Две штуки летит аж. Я, наверное, даже воевать не буду. Я сейчас просто возьму этот ключ и убегу отсюда, потому что... Япона, мать. Вы издеваетесь, что ли? Видите, кстати, тормозной след? Такое ощущение, что здесь... А, смотри. Это кошмар какой-то. Машина просто... В последний момент увидели. Все, Барри, к чертовой матери. Так, нам нужно, вон, видите, в левом нижнем углу у нас начальная какая-то там слишком все размыто, я не вижу, какая именно. Но школа. Нам нужно туда попасть. Для этого нам нужно, я даже не знаю, как нам туда пройти-то. Сейчас будем разбираться. Я так чувствую, просто половина... Ты, а, это моя кровь. Отойди. Да что ж ты, сволочь-то какая? Здоровье. Я пока не понял, как вообще здесь определяется здоровье по этому статусу. Но будем жрать. Птички. Побежали сюда. Может, чего и получится. Бегу совершенно, куда глаза глядят. Повторюсь, это практически слепое прохождение, потому что я ничего не помню, ничего не знаю по этой игре. Последний раз не играл лет 15 назад, когда она вышла. Но именно в плане сюжета и в плане истории неохота ее познать перед следующими частями, потому что по заверениям всех, кто в нее играл, даже недавно, это одна из лучших, если не лучшая игра в серии. Да, блин. А что здесь со всеми почтовыми ящиками? Как будто специально кто-то расшатывал. Блин, какие звуки неприятные. Есть подозрение, что мы сейчас... Пока что в том переулке, может быть. Не парковаться, не блокировать зону. Да, проблема этой игры всегда была в том, что двери здесь всегда не поддаются, не открываются. Пошли потихоньку, будем вслушиваться. Так, это у нас... Нет, все нормально, я подумал, мы сейчас вернулись в то самое место. Хотя похоже, здесь ничего. Еще один переулок. Достаточно удобно все организовано, да, вот так вот. Квартал, а в середине у него именно парковочные места, гаражи. Такого столпотворения уже не будет. Хотя, если у нас в России такое было бы, тут бы все сплошь, а, где что, было бы заставлено машинами. Просто в три ряда не проедешь. Так, вроде отстали от нас непонятные бабайки.
Так, здесь все перегорожено. Кругом кровоподтеки. Интересно, откуда они? Кстати говоря, существует много версий, как вообще действует, как устроен вообще этот мир Silent Hill. Ну, все сходятся во мнении, что Silent Hill у каждого свой. И монстры в нем это отражение именно страхов главного персонажа. В первой части, допустим, очень много детей. Во второй это пирамида головы, там манекены, потому что... Так, где она? Скажем, пирамида головы, это не то, что как он в Homecoming потом появился, это, мол, типа символ серии, поэтому он будет тут. Второй части именно обусловлено было его появление, потому что он был палачом главного героя. Уж не помню, как его там зовут. Главный герой корил себя за то, что с ним произошло. Таким образом родился этот демон. Так, я сейчас начну, похоже, кругаля нарезать. Ну, в принципе, в целом, идем более-менее в верном направлении. Единственное, кто там? Так, я уже не хочу в этот переулок, но, судя по всему, придется идти. О, а тут тупик. Но патроны зато. Хорошо. Хорошо. И сейчас я получу пяткой в лоб. Смотрите. Ах, не попал. Нормально. Так, пойдемте в эту сторону. Я что-то как пуля со смещенным центром тяжести или генератор случайных чисел. Двигаюсь тупо, куда глаза глядят. А здесь нужно как-то маршрут проложить. Так, тихо. Я пришел к провалу, похоже. Да, с этой стороны мы не проходим. Ух ты. Ого. Ключ страшилы. Второй ключ уже подобрали. А вот эти вот все персонажи, которых мы встречаем, они не в нашем мире, то есть они как бы пересекаются, они видят людей, некоторые не видят людей, но не видят и монстров. То есть все очень сложно. И для каждого человека Silent Hill, он именно свой. У Гарри Мейсона он наполнен монстрами, которые хотят его убить. Так, хорошо, куда же мы идем? Ну, явно не зря, да? То есть ключик какой-то мы уже взяли. Погнали сюда, что ли, до упора. Посмотрим, куда это нас приведет. Ох, этот туман. Тот самый парковочный лот. И сейчас мы пойдем туда, где мы еще не были. Boston Market. Что это такое интересно? Еще один провал. Не везет, так не везет. Люди! Кто где? Обалдеть. Да, просто представьте, вот так вот внизу там что-то скрипит, рокочет. Отдышись, родной. Жуть, и дна не видно. Автобус, похоже, да, улетел туда полностью. Улица Бахмана. Бахман это, кстати говоря, один из псевдонимов Стивена Кинга. Он «Бегущий человек» написал под псевдонимом Ричард Бахман. Интересно, имеет ли это какую-то связь? Кто-то где-то за углом поблизости. Ну, сволочь. Покажись. А он собака. Я попал хоть, нет? Да, я два раза всего попал, но этого хватило. Так, теперь нужно добить его. Там еще кто-то, что ли? Да. Так, со здоровьем вроде все в порядке, более-менее. О, япона, мать. У вас тут две штуки. Знаете, как мы сделаем? Сейчас схватим этот ништяк.
выбежим, потому что... сожжет. Да что ж ты как танк? Взяли аптечку и потратили больше, чем взяли, скорее всего. Джим, Джим. Фу, вроде свалили. Да, нехило так нас порвали. И все же, куда же мы двигаемся? Стрелять наш герой, скажу я вам, не умеет совершенно. Тихо. Ой-ой-ой. Джип. Блин, тут опять провал. Хорошо. Подожди, эта дверь что-то как-то она... Может откроется? Или нет? Как обычно. Ой, я же просто хочу выбраться отсюда. Мне неспокойно на улицах, мне лучше в закрытом помещении. Ах ты сволочь-то, ну... Да, самооборона, у нас определенные проблемы. Фух. Да, нехило так тут все обрезано. Интересно, тут я что-нибудь найду. Блин, камера, зачем ты так сделала? Я ж путаться начинаю. О, и тут то же самое. Ну, как всегда. Конура, улица Левина. Ух ты. Где у нас улица Левина? Конура на улице Левина. А на улице вот у нас, в принципе, тут поблизости прям. Хорошо. Так, это пустые страницы. На них ничего не прочесть. К сожалению. Или к счастью. Блин, жутковато тут находиться, аж передергивает. Несмотря на то, что, в принципе, ничего особо страшного не происходит, и даже от монстров можно легко убежать. Как-то слишком уж тревожно. Тихо. Вот конура. Ключ от дома спрятан в собачьей конуре. Взять его? А! Собака! Так, ну хорошо. Это, я думаю, хорошо. Я думаю, это хорошо. Так, еще одна аптечка. Хоть маленькую выдохнуть можно, потому что на улице что-то совсем все плохо. Хозяева! Дома есть кто? Смотря, тут довольно-таки уютно, да? Закрыто. Не поддается. Патроны к пистолету. Круто. Это телевизор. Он не работает. Должно быть, нет электричества. Логично. Ничего особенного. Так, сохранение. Как-то ничего полезного. Патроны лежат. Бери. Так, там, похоже, выход. Давайте осмотримся сначала, потом сохранимся. Электрочайник. Ну, обычная такая конурка. Не сказать, что прям маленькая или большая. Ну, в принципе, достаточно комфортно можно жить. Холодильник пуст. Какая жалость. Так, все, там дверь. И там, кстати, три замка. Есть подозрение, что надо будет использовать наши ключи. Хотя у нас их пока две штуки. Так, ой, что делаю? Ну, давайте попробуем. Использован ключ льва. Круто.
Используем ключ страшилы. Тоже неплохо. Остался один замок. Так, и где же нам... Ух ты, новая карта. Ключи к затмению. Понятно, где-то в паркинге один есть. Я же там пробегал. Ну, то есть вот это вот снизу справа я брал на улице Элроя. На мостике я брал. И где-то на этой линии, значит, еще один. Ну ладно, сейчас прибежимся. Спасибо за подсказку. Блин, как я мог не заметить? Я же там был. Ладно, по крайней мере, сохранились. Уже хорошо. Пойдем, Гарри. Мы смогем. Блин, эти псины просто... Тошнит. Так, это мне сейчас пилить налево и до упора. Ну, как-то так. Хорошо, что от монстров можно убежать, потому что... Блин, там еще за углом кто-то был. Потому что твари неприятные, блин, долбят как-то совсем уж по злому. Что за стройка тут? Но, по крайней мере, от них убежать можно. Так, это как в том анекдоте про... Самый страшный противник... Смотри! Это спортсмен, бегун. Если он сильнее вас, вы от него не убежите. Если вы сильнее его, вы его не догоните. Типа того. Так, где-то здесь. Но не здесь. Блин, он меня уже задолбал. Хотя Гарри стреляет примерно, как я не знаю, полуслепой человек, потому что я не попаду сейчас, смотрите. Не попал. Падай. Блин, камера, ты просто... Просто превосходно. Скотина. Фу, можно более-менее спокойно пройтись в тишине. Так, и где же здесь может быть ключ? Может где-нибудь обыскивать, скажем, эти мусорные баки. Конечно, очень приятно. Да вроде нет. Блин, еще один летит, ты посмотри. Откуда берется вообще погонь? Я не буду на него патроны даже тратить, потому что это бесполезно. Подлечиться надо. Хотя нет, пока не надо вроде. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, какой тушный. Так, ну и чё? Блин, да он упоротый, его посмотрите. Он убить меня хочет. По-моему. Иди. Да. Я даже не знаю, кто тут более страшный враг. Управление, камера или враги, собственно. Чё тут нигде нет? Скорее всего, он где-нибудь на видном месте лежит и светится, как новогодняя елка. Блин, да уйди ты уже, ну... Короче говоря... Давно пора уже это было сделать. Не! Фух, у меня аж голова от него заболела. Так, ну и чё? Прошел я полностью эту линию, нифига не нашел. Может здесь, вот в этом баре, что там, ликер написан, что еще? Ой, господи, там опять кто-то бежит. Беспокоящие враги, да? Так, ну и что, где он тут может быть?
странно это все. Давайте, что ли, попробуем более тщательно все. Попробуем вот эти штуки подергать. Может, так откроется. Кругом моя кровища уже набрызгана. Если сейчас еще кто-нибудь прибежит, то это будет как минимум погано. Где же ты ключик? Он точно здесь вообще? То может я тут уже... Как я не знаю. Зря тыркаюсь. Да. Блин, летит, смотри. Духота. Что же с вами делать? Да вроде нет, нигде. Да уйди ты от меня, я сейчас аптечку на меня потрачу, походу. Так, и здесь ничего. Да. Много приятного, конечно. А-а-а, ты сволочь. Так, ну и чё? По этой стороне я ничего не нашел. Я бы более спокойно все это обыскивал, если бы за мной постоянно не прилетали вот эти вот летучий отряд Скотланд-Ярда. Нет ничего, ну. Да и тут тоже. Ладно, хоть они косые, как я не знаю, да. Может быть... А-а-а, вон оно что. Да, отдышись. Эти твари не только меня задолбали, но и самого Гарри, похоже. Кровище на стенах. Все как всегда. Прекрасно просто. Так. Это что такое? Понятно, пятно какое-то. Дверь. Это что? Это что такое? Голова собаки. Супер. Ключ дровосека. Лечебная настойка. Я надеюсь, эту голову собаки никто не кидал тут в качестве баскетбольного мяча. Потому что это было бы слишком... Это был бы перебор. Так, ну все, можно возвращаться после всех этих скитаний. Ох, я, кажется, наступил на нее. Можно пилить назад. Да, это было не очень, конечно. Все это петляние кругами. Так, я бегу в эту сторону, направо, направо. И очень-очень долго в ту сторону. Но, в принципе, ладно. Нам уже понятно, что нужно делать. В принципе, вот Silent Hill как обычная локация, но вот этот вот давящий звук на заднем плане, это как, помните, игра SCP или SPC, лично путаю, 087 самая первая. Тупо идешь по лестнице, но такие неприятные звуки, что ты просто там готов уже... А, скотина! Готов уже через 5 минут визжать, как маленькая девочка, потому что до того страшно. Ой, да откуда же вас тут? Пьёт ненормально. Так, все, пришли. Давай по-быстрому, там сейчас собак куча будет. Блин, ну что-то во всем этом... Иди ты, ну. Что-то во всем этом есть. Ах, скотина ты, куска. Кусок скотины, вернее. Ну, понял. Да блин. Бежи. О, меня укусили, по-моему, все, кому не лень. Гарри такой. Блин, говорит, он меня точно убьет. Смотри, со здоровьем вообще плохо.
Здоровье, насколько я понял, по большей части определяется тем, насколько мелькает там на заднем фоне эта волна цветная какая-то. Фу, короче, пойдем вставлять третий ключ. Посмотрим, что у нас там. Ключ дровосека. А, то есть льва, дровосека и страшилы. Алиса в стране чудес. Или вернее, волшебник изумрудного города. Вот. Что это? Опять сирена. Снова наступает тьма. Что происходит? Ну супер вообще. Только ночи нам и не хватало. Ну, по крайней мере, мы вроде как вышли на нужную улицу. Хотя нет, это дворик. Офигеть. Надо быстро пилить до школы. Что-то мне вся эта затея все меньше и меньше нравится. Не скрипит это так громко. Опять парковочные лоты, гаражики. Неприятная музыка такая, да? Камера, приди в себя, пожалуйста. Показывай мне, что передо мной. Вот, вот так вот. Ай, опять вот. Вот ты посмотри. Просто. Это просто. Ночью, насколько я знаю, они становятся еще злее. Ладно, мне туда бежать вообще нет. Куда-то сюда, наверное. Валим, просто валим. Так, там поблизости ничего хорошего вроде не было. Хотя откуда знать-то? Ой. Это, наверное, самый выставучий монстр в игре вообще. Что? Открыто. Понятно. Здесь не очень уютно, поэтому я даже не хочу думать, можно ли это открыть или нельзя. Так, скоро я там дойду. Нет, я уже хочу свалить с улицы. Улица здесь просто какой-то капец. Начальная школа. Ребята, у вас тут, по-моему, многовато. Фу, ой, как рвались. Я помню, как я и говорил, что со всей первой части у меня в воспоминаниях осталась школа, потому что я с ней уписывался просто. Образно, конечно, не подумать. Не буквально. Так, тишина и более-менее спокойствие. Что это? Карта школы, взять ее. Ну да, конечно. С карты полегче. Штаты Америки. Где-то здесь наша дочь. Только хотел сказать тишина. Ну, конечно. Какие-то как будто старые часы бьют, да? Что за звук интересный такой? Мур, Рональда, Гордон. Это должно быть список учителей. Хорошо. Мы сейчас находимся в лобби, похоже, да? Ну да. Это что такое?
Написано кровью. 12:00. Место звуков и песен. Серебряный знак голоса скрывает безмолвный. Их пробуди в порядке, как я предписала. Чё? Написано кровью. 5:00. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Поехавшие. Написано кровью. 10:00. Алхимическая лаборатория. Злато в руке старика. И грядущее скрыто в длани его. Лишь за воду мудрых злато свое он отдаст. Чё? Ладно, потом разберемся. Надеюсь, эти записки еще можно будет почитать. Так, хорошо. Это что, исповедаться здесь, что ли? Я бы не стал. На картине изображена дверь. Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. Вообще это все именно в духе Silent Hill. Поэтому нормально. Это именно такая приемная, похоже. Сюда вызывали, наверное, родителей, учеников. Ну, конечно, школа была нормальной. Говорили им: Петя уже третью неделю не появляется в школе. Ну и тому подобное. Так, куда идем? Мне бы сейчас сохраниться, конечно. Потому что... Медпункт. Во. Я чую много лекарств. Или закрытую дверь. Что такое? А это тест окулиста. Койка. Лекарств не завезли, я смотрю особо. Хотя нет. По крайней мере, сохранение есть. Ну, чуть-чуть. Пойдет. Нормально набрали. Так, ну и что, давайте, наверное, на этом сохранимся. Прекратим и в следующей серии уже пойдем исследовать эту школу, потому что я чувствую, здесь нам событий хватит интересных. Как видите, игрушка тащит. Как я и говорил, это одна из лучших игр в серии. Несмотря на довольно архаичную графику, она именно в плане смысла, сюжета, наверное, да, вообще самая лучшая. Хотя многие считают, что лучшая вторая. Ну, где-то на том же уровне, наверное. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.